Всем доброе утро! Сегодняшний день мы с вами проведем с музыкой Астера Пьяццоллы. В молодости он играл в оркестре на бандонеоне. И вот однажды вечером, когда он играл на сцене футбольного клуба, где проходил танцевальный фестиваль, вдруг произошла странная вещь. Когда заиграл оркестр, некоторые люди вдруг перестали танцевать, подошли к сцене и стали слушать. Настолько необычной показалась аранжировка. Этот вечер стал переломным. Пьяццолла превратил танго в музыку, под которую можно не только танцевать, но которую можно слушать. И вот одно из таких произведений, «Либер танго», мы с вами сегодня возьмем с собой в дорогу.